Окей, у нас в предыдущем видео было пандеро для детей, в этом видео барабан, да? То же самое, если вы можете проговорить ритм, то, скорее всего, сможете его сыграть. Это очень важная штука, прямо вначале проговорить, а потом уже сыграть. На барабане ритм такой же, как простой на пандеро. Ту-тум-па-тум, ту-тум-па-тум. Можно, на самом деле, отрабатывать даже на коленках. Ту-тум-па-тум, либо ту-тум-па-тум, ту-тум-па-тум. Это как вариант. На барабане смотрите, как это звучит. Это с краю. Па. Центр. Идет. Окей. И второй ритм. Это чуть-чуть посложнее. Детям очень нравится, потому что он забавно звучит. На этот был ту-тум-па-тум, а тут ту-тум-па-па-тум. Они все смеются, потому что это смешно звучит. Ту-тум-па-па-тум. Получается. Два с краю. Ту-тум-па-па-тум. Ту-тум-па-па-тум. Я понимаю, что не у всех есть. Так же, как пандеро, не у всех есть дома барабан. Поэтому мы используем ведро. Либо стул. Да, и то же самое. Либо посложнее. Ту-тум-па-па-тум. Это у нас будет на следующих онлайн-классах. В классе препятствий, либо еще где-то. Но, опять-таки, так же, как с вариантом с пандеро, это очень классное упражнение для развития чувства ритма у детей. И у взрослых тоже. Присоединяйтесь к нашим урокам.